Для регистрации в центре дистанционного образования необходимо зайти на сайт университета, выбрать образовательную деятельность и в раскрывшемся меню «Дистанционное образование». В правом верхнем углу появляется строчка «Регистрация преподавателей». Заполнить. Со звездочками пункты и отправить на регистрацию. Вам придет письмо, по которому надо будет пройти на сайт и там ввести пароль и логин, который вам вышлют.